Итак, сегодня у нас, можно сказать, выпуск 2 в одном. И поговорим о типичной хрень 2.0 штукенции, и также затронем тематику хуюнити игр. Уж так удачно все сегодня совпало. Встречайте, продукция компании Hyper под названием Argan 501. Перед нами просто игровой контролер в виде футуристического пистолетика. Коробочка нам обещает 100 игр, которые еще вроде как надо скачать, чтобы почувствовать всю боль этого девайса. Играть, само собой, придется с помощью старого доброго блютуза-блютузыча. Вообще, когда на упаковке написано «легко настроить», обычно это означает, что ты вздернешься на ближайшем суку, прежде чем эта параша будет правильно работать. В теории Argan 501 действительно просто настроить, но работает он через раз. Иногда не фурычит исключительно стик выбора движения, иногда некоторые кнопки. А бывают у этого пестика не те дни, и ты его вообще не сможешь подключить. Я пробовал тестить этого пластмассового монстра на разных мобилках, и всегда время поиска устройства разнилось от 10 секунд до целой минуты. В целом, кривожопое подключение — это не самая большая проблема данного агрегата. Самая большая проблема — это отсутствие вменяемых игр. Значит, скажу сразу про эти самые в кавычках игры. Их действительно нужно скачать. Сделать это надо в Google Play или с официального сайта компании Hyper, перейдя по QR-коду, который есть на упаковке и на самом пистолетике. Скачать нужно, к счастью, не 100 разных игр, а только одно особое приложение с уже встроенными высерами, сделанными на Unity. Приложенице, сделанное компанией Hyper специально под пистолет компании Hyper, со всеми вытекающими из этого хуюнити последствиями. Приложение это, кстати, после обновления у меня больше не работало, так что пришлось покопаться в прошлых версиях, чтобы вы увидели содержание того, что здесь называют играми. Сам пистолетик функционирует на двух пальчиковых батарейках. После того, как вы вставите смартфон в специальное гнездо на пистолете, нужно включить Bluetooth, потом приложение, начать поиск, ну и нажать спусковой крючок. Когда-нибудь, возможно, Argan 501 все же подключится к вашему устройству. И тогда вас ждет нет ни веселья и ни угар, а уныние на вытянутой руке. Ведь как получилось? Может быть, идейка была не такая уж и плохая? Ну, сами посудите. Контроллер улучшенной реальности с помощью встроенной в смартфон камеры позволил бы получить какое-никакое веселье с пистолетиком. Бегаешь по улицам, отстреливаешь всякую хрень, которую видишь на экране. Потом кто-то решит отстреливать тебя, потому что ты будешь выглядеть опасным умалишенным. Но все в итоге уперлось в совершенно бездарное воплощение этой самой идеи. Я вообще взял эту хреновину, потому что с детства фанател от игр, где можно было пострелять из пистолета, пусть и пластикового, и в экран. Так сказать, почувствовать драйв перестрелочки. От дендиского Duck Hunt до игровых автоматов с House of the Dead. Так что я невольно вначале нафантазировал себе слишком много веселья с этим органом. А компания Hyper оказалась просто не в состоянии сделать не только веселье, но и хоть какие-то либо хорошие игры для своего мега-дешманского девайса. Все местные в кавычках пострелушки сделаны на Unity, и создатели Argan'а решили не особо париться с эксклюзивностью, продуманностью, качеством, да просто с банальным тестингом своих игр. Поэтому вы уже видите на экране что-то да более знакомое, что-то, что вы уже видели в сотнях других игр. Короче, не удивляйтесь, готовые заготовочки сплошь и рядом. Собственно, игр тут, конечно же, не 100. Доступных и работающих приложений у меня было всего 47. Argan при этом предлагает нам 5 разделов, в которых можно выбрать разные игры. Первый раздел так и называется — Argan, второй — Argan Pro, потом Arcs, четвертый — Words Are и пятый — Archer. Игры, которые можно запустить на этом устройстве, не блещут особым разнообразием. А некоторые вообще нелогичны. Глубокое морское приключение, например, это мега-убогая подводная рыбалка с помощью пистолета. Фруктовый ниндзя, кривая попытка сделать подобие известной игры. Отстрел фруктов, медленный, уродливый, максимально тупорылый. Игра под названием «Борьба крыс». Одна из самых бессмысленных игр. Пистолет тут превращается в кувалду, которая тупо изничтожает крыс. Вот, например, весьма странная игра «Морской бой», в которой мы, вероятно, играем за подводную лодку, которая должна утопить корабль противника. То, как сделана эта игра, конечно, удивляет. Скорее, это не морской, а фекальный бой.
А вот игра «Боевой самолет». Ну, можно даже сказать, что это первая забавная игра на этом устройстве. Перед вами попытка сделать свои «Звездные войны». Вас ждет вид из кабины и отстрел пролетающих звездолетов, если, конечно, у тебя получится это сделать. Игра «Космическая война», а это уже попытка сделать пострелушки в космосе с видом сзади. Но самая, пожалуй, проработанная игра из всех представленных называется «Городской охотник», и представляет она собой просто тупой отстрел врагов на локации. И эта игра тоже за уши притянута к пистолетику. Собственно, кроме прямого назначения с отстрелом врагов а-ля ФПС, этот пистолет очень уныл. Этих самых видов псевдо-ФПС-ок можно сказать две штуки. Первый вид — это отстрел людей, и второй вид — это отстрел зомби. Всякие штукенции про снайперов и танчики можно даже и не обсуждать. Понятное дело, лютое говно. В целом, все эти псевдо-ФПС-ки, как вы уже поняли, не имеют никакого разнообразия. И буквально через 5 минут все вам максимально наскучит. Да и кисть устанет от этого агрегата. Пришло время сказать спасибо спонсору этого видео. И этот спонсор ты. Да-да, именно ты, тот, кто купил мой новый роман под названием «Бюро 89». Купил и поддержал меня и мой канал. Так что, дружок, благодаря твоей поддержке это видео загружено на канал. Огромное тебе спасибо. А если ты еще не купил книгу и решил это сделать сейчас, то ссылочка в описании. Пока доступна только бумажная версия книги. Вернемся к нашему красному пестику. К сожалению, все местные ФПСки получились примитивными, клишированными и максимально шаблонными по своим ассетам. Разделение на несколько игр в главном меню на самом деле просто унылая условная разбивка на клонированные эпизоды. Поверьте, ничего не поменяется в этих играх, как бы их там ни называли. Кроме ФПСок, которые хоть как-то показали возможности этого пестика, есть тут и весьма странные, я бы даже сказал, нелогичные игры для подобного агрегата. Ну вот, например, самый яркий пример — «Дорожный пробег». Просто посмотрите, насколько это мега странная игра для геймпада-пистолета. Это просто обычный раннер. При чем тут контролер пистолета и бегущий по локации гигантский мутант? Честно говоря, вот если абстрагироваться от того, что мы сегодня видели, этот бы пестик в нормальную тычинку, и дело было бы куда лучше. Вся беда в том, что играть не во что. Нормальных пострелушек нет. Нет хорроров, где ты еще и должен у своей мобилы включить фонарик и играть с выключенным светом дома или в заброшенном подвале. Нет мясных шутанов или рельсовых банальных отстрелов. А то, что есть, ну, откровенно не катит. Я долго искал инфу о том, брался ли хоть кто-нибудь из сторонних разработчиков сделать что-нибудь нормальное для этой хреновины. Но нет, никому не нужно и не интересно. К тому же Органыч работает через раз. У самих разработчиков на сайте лежали несколько дополнительных приложений. Ну, типа установите и будет вам новые игры. Например, приложение Archer, где пистолет типа должен был превращаться в лук. Ну а эта дрянь тупо не захотела работать. Короче, сплошной провал по всем фронтам. Единственный и безусловный главный совет в конце выпуска, который я могу вам дать. Если решили просрать свои деньги и купить этот недопистолетик, то настоятельно советую приклеить скотчем ваш смартфон к этому пестику. Поверьте, это не шутка. Это реально спасет ваш экран, ибо местный держатель так себе что-то держит. Короче говоря, как-то так.